2 часа 29 минут. Такой рекорд одесской велосотки в этом году. Самой пожилой участницей велоралли стала 79-летняя велосипедистка из Миргорода. Она преодолела дистанцию менее чем за 10 часов. Также не обошлось без инцидентов. Во время движения один из участников повредил себе грудную клетку. Помощь ему оказали в карете скорой. Параллельно с велосипедистами попытали удачу и 250 участников пешей сотки. Первой к финишу прибыла сотрудница патрульной полиции Елена Шевченко. Напомню, по правилам велосотки победителями становятся все, кто сумел полностью пройти 100-километровую дистанцию по поясу славы в течение 10 часов. А для пешеходов отводят сутки.